Народ, сегодня меня понесло в наш Ростовский краеведческий музей. Здесь выставка проходит хищных растений. Всякие там мухоловки. О, половецкие каменные изваяния, произведения монументального искусства восточноевропейских кипчаков. 11-й. Это что такое? Это имя? Первой половины, от 11 до первой половины 13 веков. Из ракушечника, песчаника, известняка или гранита. Профессиональными резчиками. 11-13 век. Так, ладно. Поснимаем. Где они еще? Вот они еще две. И пойдем вот туда, вот, видимо, в подвальчик. Смотреть, как цветы жрут мух. Это вход в музей. Мы с тобой не знаем.